имеете очень большую значимость, Вы используете педаль, но это же вы не скорбате играете. Вы же не играете композитора, который очень мало педаль использует. Гармоничность здесь педаль помогает, чтобы создать звук, создать цвет. Понимаете, вы начинаете педаль использовать, но педаль использовать так мало, что я гармонично не могу следовать, как произведение прорывается. Сейчас попробуйте, чтобы гармонично педаль соответствовала то, что вы играете. Хорошо? Длиннее педаль, но чище. Хорошо? Давайте еще раз. Хорошо, было бы ногу, да, вот тогда я хотел бы уяснить. Ну, тогда тара-тара-тара. Я буду спевать, потому что целиком мне времени не имеется. Продолжите вот в этом же.
Все надо абсолютно очень четко и все легко. Окей? Легко. Дальше прорыв и цепка левую руку. Цепка. Смотрите, он пишет accelerando и martellato. Martellato это значит. Когда вы доходите до такого климакс, это климакс что значит? Что кульминация. Ну это temporary кульминация, да? Вы должны здесь мартеллято сыграть. Не то, что в ритме абсолютно. Здесь эмоция больше идет. Здесь волна такая, понимаете? Вы доходите до кульминации, и потом абсолютно как будто ничего. Вот отсюда вы должны строить эту эмоцию и дойти до состояния, когда мы эту эмоцию будем чувствовать. Мартеллято и аккелерандо пишет. А аккелерандо вы не делаете, вы делаете все в темпе. Здесь идет без тормозов. Не надо здесь использовать тормоза. Потом вы опять встаньте колокол. Здесь будет уже абсолютно тот же там сам темп. Начните отсюда, пожалуйста, еще раз. И я просто вот хочу сказать одну вещь. Очень многих сегодня я слушаю. И у меня ощущение такое, что многие студенты не хотят видеть и не хотят следовать то, что написано в нотах. Рихтеру, когда спрашивали, как вы играете это пианино, так прекрасно, как вы играете, он говорит, все написано в нотах. Все написано в нотах. Просто главное, что прочитать правильно. А то все там написано, а мы не можем это читать и не хотим. А почему? Все там написано. Композитор пишет, а членом дробь делаете. Ну-ка отсюда еще раз. Абсолютно серьезно я говорю, учите итальянский язык. Или если не будете учить итальянский язык, хоть учите те терминологию, которая написана в нотах. Это очень важно. Иначе никто не будет делать то, что написано. Почему итальянский я использую? Ну хорошо, короче, я рад задавать этот вопрос. Давай, дальше пойдем. Сейчас, пауза.
пам, па-пам, па-пам, па-пам. Между ними есть пауза. Это я должен сейчас учить хорошо. Очень много педаль. Ну-ка, отсюда прямо. Использовать
вот большую технику, когда играешь аккорды, и идти на маленькую такую технику, это очень трудно. Это ты должна адаптироваться. Как это должна адаптироваться? Ты должна научиться как это делать. Ты меня так смотришь, как будто я слишком абстрактный. Ты что-то понимаешь, что я делаю? Точно? Я уже боюсь, не знаю. Как будто я трансцендентально какие-то вещи говорю. Понимаешь, маленькая техника, уважаемые, это они разные. Аккорды, когда крупные, да, когда аккорды играешь, используемый другой. Мощь. Вот я не чувствую, когда ты сыграй аккорды. Сыграй. Ты когда играешь аккорды, ты должен использовать силу отсюда, потому что сила, если мы не используем, они хорошо будут стучать. Используй локоть, используй силу плечей, окей? И вообще спину. Это самая большая энергия, которая у нас есть. Тогда будет форте, твое форте хорошо звучать. Оно будет мягкое форте. Если не надо мягкое, она будет внутри форте тоже, но она хорошо будет звучать. Иначе она звучит нехорошо, окей? Okay? Пошли дальше. Окей, сейчас написано «Пьюливач», это значит «та-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 та», вот это темп. Потому что ты должна думать сначала же, какой темп ты возьмешь, потому что ты знаешь то, что потом еще больше темп увеличится, окей? Ну-ка, что ты начни? Ля, соль, соль, фа, ре, до. Это подголоски, которые там написали, чтобы держаться. Я не вижу, чтобы ты держал. Еще бы держала. И плюс еще я не слышу их, понимаешь? Вот смотри, он пишет это, да? А ты не играешь это. Ты играешь все здесь, что написано, но подголоски я не слышу. Ну-ка, попытайся. Я должен очень быстро.